Если рояль называют королевой всех инструментов, то скрипка – королева оркестра. Скрипка может выразить настроение, состояние души и даже то, что порой невозможно передать словами. Насладиться чарующим звучанием скрипки нам сегодня поможет подоляка Анна. В ее исполнении прозвучит романтическая пьеса Дворжака. Преподаватель Вахромеев Илья Владимирович, концертмейстер Черникова Марина Леонидовна. Цели и задачи. Нас всех объединяет великое чудо – любовь к народной музыке, уходящей своими корнями в глубину веков. Соприкоснуться с русской национальной культурой нам помогают народные инструменты. Откуда пришла, как и когда появилась домрань на Руси, до сих пор до конца неизвестно. Однако этот инструмент получил широкое распространение в нашей стране и продолжает радовать слух своим задушевным звучанием. На сцене трио домристов: Лапушкина Юля, Подоляка Маша, Павлова Настя, преподаватель Чверова Любовь Федоровна, концертмейстер Дубовицкая Лариса Евгеньевна. Дмитриев, русское интермеццо.